Тан-та-ра-та-та-та-та-тун. Всем здорово, барабу. С вами Казуку Фэмили, мы продолжаем проходить Silent Hill. В прошлый раз мы остановились здесь, продолжим с этого момента. Так что присаживайтесь поудобнее, ставьте чаёчек, кофеёчек. Мы, в принципе, продолжим, дружочек. Так что присаживайтесь поудобнее, приглашайте друзей. Зовите друзей, не забывайте про колокольчик, про лайкосы. А мы погнали. Пападосы. Так. Тянем рычажок. Открываем гаражок. Гараж. Долго открывается гараж, потому что он не наш, да? Погнали, чё? Твою мать! Так быстро? Ждем загрузку и смотрим, что будет дальше, в принципе. Жучки, паучки, жучары-сосары, сосики-пососики, схизмы какие-то, какие-то жуткие создания. Ну да. Какие-то схизма. Спокойствие и дистанция. Сохраняйте дистанцию и спокойствие, да? Но тут загрузка долгая, да. Тут не поспоришь. Загрузки. Да ты прям Человек-паук. Сестер. Я не знал. Она умерла. Октябрь изменил.
find Josh, we're gonna find her too. Так, вот и уже дается наше управление, да? Так, ладно. Погнали дальше. Ох, как все троит, мать твою. Алекс, there's a valve by that gate. Maybe it opens the gate. Да подожди ты. А, я фонарик не врубил. Мой косяк. Что там? Левую кнопку нажимать. Крутим. Давай. I'm gonna hold it open. You come through. Ну давай. Okay, let's go. Let's go. Let's go, так. О, как все троит-то, товарищи. Stay back. А, так тут двое этих пидорасов, да? Ну. Где это, блядь, гнида? Третья, четвертая, не? Он тут один хоть был? Чё за... Надеюсь, что один. А, так тут выломать надо. Трубой, наверное. Давай. И чё? Нам чё, локацию не показали? Или это такой глюк произошел? По сути, мы там воду спустили, по-моему, спустили, чтобы это, прорваться. Так. Чё? Чё за глюк? А чё локация не это? Не прорисовалась. Чё за бред? Чего? На что я должен ориентироваться? Вопрос. Спуститься куда? Чё за фигня? Игра работает, а глюк остался. Чё за дичь? Мне кто-нибудь объяснит, что за хрень происходит? Что за хрень произошла? Чё-то я ничего не пойму. Я чё, даже двинуться, блядь, не могу? Блядь, чё за хрень? Вот реально, чё за хрень?
Офигеть, у меня не вызывается ничего, ни хью, ни е. Я чё вообще делаю-то, блядь? А? Чё за фигня? А? Где-то выход есть вообще, нет? Или чё? Чё за мёртвая зона, вот реально? Типа мне чё, не надо было, блядь, крутить этот ёбаный этот рычаг? Ебать. Пиздец. Я в ахуе, ребят. Это чё, реально, блядь, баг произошёл? Заебись. Заебись. Короче, народ, это какой-то пиздец. Игра очень часто вылетает. Я дошел до этой лестницы в прошлый раз, блядь, и она вылетела. Думаю, заебись, блядь. Ладно. Надеюсь, в этот раз все будет нормально, блядь. Это просто пиздец какой-то. Это реально какой-то пиздец. У меня уже просто нервов, блядь, не хватает, блядь, с этой игрой. Да ломай ты ебучую лестницу, блядь. Она, блядь, реально вылетела, блядь, при спуске в лестницу. Ну что это за пиздец? Реально какой-то пиздец. Я еще канализацию, блядь, пройду когда-нибудь, блядь. Игра просто в тот момент, блядь, зависла нахуй. Типа, знаете, игра живет, блядь, по своему канону. Хочет, блядь, зависает. Не хочет, блядь, не зависает. Ага. Ну там тупик, блядь. Я так понимаю, тупик это здесь, да, блядь? Ладно. Так, подожди-ка. Стоп, а это что, другое место, что ли? Ну да. Так, подожди, а мы что, в прошлый раз, типа, смогли эту херню пересечь? А, понятно. Да-да. Блять, давай, крути, 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 ну. Ну. Давай. Давай. Игра зависла, заебись, блять. Оу. Так, мне одному кажется, что там второй, нет? Показалось? Ладно. Так, теперь... Ай ты, пидорас! Да сдохни ты, мразь. Ебать они живучие, ёбаный в рот.
Так, ну ладно, суть не в этом. Я не против, чтоб ты прыгал, в принципе. Так, я, наверное, сохранюсь, коли черт не шутит. А то мало ли, блядь. Так играешь, играешь, блядь. И все нахуй по новой, блядь. А по новой, как говорится, блядь, не хочется, да? Так, подожди-ка. Так. Ах ты, сука. Так, мне кажется, или где-то второй. Или мне показалось. Так, подожди. Давай, номер 4. Так, подожди, он один был или второй? Так, подожди-ка, тут есть что-то подобрать, да? А, это ты забралась? Ну да ладно, хорошо. Блять. Блять. Так, один сложился. Уже, блядь, этим лестницам, блядь, не доверяю, блядь. Так, ну тут явно тоже что-то будет. Это 100%. Оу. Что за прикол? Все? Стоп, подожди. Да, дальше. Чё, блядь? А, лестница. Оу. Надеюсь, он тут был один. Подожди-ка. А куда дальше-то? А, понятно. Ясно, понятно. И чё?
сюда, что ли? Окей. Да, оптимизация тут, блядь, конечно, блядь, от бога. О! А чё, кстати, тут я сохранение, блядь, не заметил. Кстати. Тут, оказывается, два, блядь, сохранения, а я, блядь, не заметил. Ну, отель можно, в принципе, перезаписать. Так. Так, ну что, остается спрыгнуть? Три входа. Три. Угу. И все, по-моему, завалены, кроме одного, да? Кроме вот этого, что ли? Да ёб твою мать. Давай. Алекс, there's just no way to open the gate from this side. Найди, блядь. И... Блядь. Да встань ты нахуй. Да встань ты, блядь, нахуй. Ебать ты пиздюк. Оу. Ебать, а ты тут откуда нахуй? Угу. Снизит женщины. И сисек. Угу. Интересное сочетание. Так, подожди, а чтобы... 100 раз не начинать, мы можем, в принципе, сохраниться, да? Ну, мало ли, я особо рисковать не хочу. Серьезно? Ну, ладно. Сейчас пойдем, наверное, по следам Элли. Так. А где там пробилась-то дырка? А, вот эта дырка пробилась.
Так, подожди. Фотка. Ого. Ну лады. Фотка так фотка. Ну да, Элли. А, рацию ты брать не будешь, да? Подняться. Ясно. Понятно. Мы, значит, должны подняться, да? Естественно, будет, блядь, загрузка. Заебись. Загрузка, блядь, загрузка, блядь, загрузка, блядь. Так, а вот это вопрос. Куда нам пиздовать? Хата, дом. Дом, хата, да? Чё, блядь? В дом мы попасть не можем? Нихера себе инициатива. Чего, блядь? Но нам не в дом пиздовать, это точно, да? Так, а что нам дальше тогда делать, получается, по прохождению? Так. Сейчас. Ага. Понятно, куда нам надо, блядь, пиздовать. Alex, Alex, come in, are you there? Wheeler, are you alright? Hey, I've been better, but I'm okay. Did you find Elle? Yeah, but we got separated. I'm looking for her now. Where are you? I'm just now leaving the station to find you, bitch. Look, we need to stick together. Meet me at his office. Maybe he knows where Elle is. Okay, I'll meet you there. Bell's okay. Угу. Рядом, короче, с этим. Там, где можно сохраниться, да? О, блядь! Слышь ты, собакен, блядь, иди нахуй. Тут, скорее всего, блядь, не пугает нахер, а раздражает, блядь, некоторые моменты, блядь. Где, блядь, эти ёбаные собаки, блядь? Где ты, блядь? Нихуя себе! Слышь ты, тварь, восьминогая, блядь. Где она, блядь? О, блядь. Слышь ты, тварь, блядь. Гавкающая, блядь. Блять, ни одному кажется, что она, блядь, где-то близко, нахуй. Эй, блядь! Да, блядь, сколько вас тут, а? Слышь ты, отъебись!
Чё это за респаун, а, блядь? Да ебать, вы чё, серьезно, блядь? Сколько тут я положил, блядь? Чё, респаун нахуй будет, блядь? Пиздец. Да, блядь, это реально уже не смешно, нахуй. Пиздец, блядь. Ебать. Реально, блядь, просто пиздануться, блядь. Здорово, блядь. Так, я подумал, что я кашу, блядь, или я реально кашу, блядь. Чё, блядь? Где-то еще один говнюк или чё? Так, ладно. Понятно. Вот и сломать эту дверь, блядь. Эту херь отодвинуть, да? А ну-ка. Ну да, рисунок. Так, подожди-ка, а где сохранение? Следующее сохранение, да? Ну да. Городская мэрия. Ладно. Пусть будет городская мэрия. А нам нужно думать, куда двигаться дальше, да? Ну, погнали, наверное. Ну, хотя бы загрузка была, и то хорошо, блядь. Чего, блядь? Hey. Excuse me. Sir. Hey, you. What do you want? What is that? What have you done? Stay away from me. Thank you.
Заебись. Чего, блядь? Чё за хуйня? Это понятно. А чё, там ещё проход был, что ли? Да. Но он какой-то, блядь, закрытый проход. Так, я чё так понимаю, что... Чё это за... Интересный поворот, блядь. Для чего нам дают? А карты-то местности нету этой, да? Бля, это грустненько, что тут нету карты. То есть одна дверь открыта, что ли? Серьезно? Бляха-муха. Чё за дичь? В смысле? Чего, блядь? Фотка? Куклы? Так, подожди. Вернуться назад. Ух ты ж, блядь. Нихуя тут было медсестер, блядь. Чего? А что это такое? А, снова этот. Сыворотка. Так, подожди-ка. Маленький ключ. Доктор Слейтер. И все. Очень интересно. Так, подожди, это получается. Тут еще. Так, подожди-ка. Тут у нас больше ничего нету, да? Граммофон. И всякая дичь, да? Ага. Ну, давайте. Creepy.
Чё, блять? Кукла Скарлетт. Да. Кукла. Так, ладно, окей. Тут у нас не будет карты, но... будет такой альтернативный мир, да? Через который мы должны это двигаться. А вот и Джош. Джош, стоп! А, он исчез. Молли Идранс. Ебать, тут много ходовочка. А я даже не знаю, куда валить. Весело, что сказать. Тут мы еще можем и затеряться, получается, да? Ага. Main entrance. Так, а куда нам валить? Да, весело. Что за фигня? Ну тут тупики. Перепрыгнули-то мы перепрыгнули. А дальше-то чё? Налево? Так, подожди, налево это значит сюда, что ли? А вот и кукла, да? Ну? В смысле, подожди. Так.
таком тупике, я не пойму. И... А какой там в тупике куклу подбираем? Вы издеваетесь? То есть подбирать ты не хочешь, да, куклу? Ага. Интересная получается ходовочка. Ладно. Допустим, мы это сделали. Чего? Спрыгиваем вниз вентилятора? Подожди, там реально можно было вниз вентилятора спрыгнуть или чё? Или это я тупой? Подожди-ка. А-а-а! Чё ты, блядь? Подожди-ка. И чё за прикол? И чё? Ага, вот эксит. Подожди-ка. Доходим до... Чуть отходим назад и по сторонам ищем место, где мы можем спрыгнуть. Где мы можем спрыгнуть, да? Так. Окей. Так, подожди, а где мы там место можем спрыгнуть? Спуститься, вот. Чё за глюк? Так. Я забыл, блядь. Пробел можно нажимать-то. Точно. Так. Ага, жёлж. Детский рисунок. Опа-на. Окей. Просто идти за Джорджем, что ли? Так, а дальше? Спуститься? Ебать тут головоломки, обосраться, блядь. Играешь и нихуя не понимаешь, блядь. Чего, блядь? Сам ли найти тишину, тишину, тишину. Подожди, а куда пиздовать, когда спустишься?
Так. Спиной к лестнице. Налево. Да то есть сюда, что ли? Чего, блядь? А. Подожди. Так, я надеюсь, нам сюда хоть или куда? Подожди-ка, к трем клеткам? Или к трем? Это к двум? Тут вообще какая-то трешня происходит. Подожди. Пролезть? Серьезно? Лом? Вард. Вард 8. Так, хорошо, подожди. Допустим, мы лом взяли. А лом надо было для чего-то взять? Что ли? А. Чего, блядь? Блин, это так становится банально. Теперь что, в ту сторону пиздовать, что ли? Ну. Допустим. Пиздуем в эту сторону. Подожди. Чё, блин, два прохода? А, мы должны всунуть лом, что ли, блядь, или что? Подожди. Сломать, что ли, или чё? И как использовать, блядь? Не пойму. А! Подожди-ка, ну... Какого использовать, блядь? Так, подожди-ка. Чё за фигня? А, рисунок, что ли? Ну да, рисунок. Так, подожди, проходы тут. Блин, я надеюсь, не придется ни от кого отсюда убегать. Ладно, хорошо. А, прорезать.
давайте прорезать, блядь. Так, подожди-ка. Блядь, опять эти насекомыши, блядь. Чего, блядь? Так, подожди, а там что? А там ничего, да? Подожди, я так понимаю, что... Ебать, сколько тут ходов. Блять, реально. Тут настолько можешь заплутать, я ебал. Вот серьезно, блять. Чего, блять, за хуйня тут творится? Три рычага, блядь. Два рычага. Блядь, тут рычаги, блядь, на каждом шагу. Чё за фигня? Откуда, блядь, я знаю, какие крутить? Вот серьезно. Третий, блядь. Четвертый, блядь. И чё? Шестью вентиляторами между, пока ничего, а... Пролезаем под вентиляторами 3 и 2. 3 и 2. А, ну действительно, сыворотка, блядь. Спокойно дойти бы, блять, до остальных-то рычагов-то, не говоря уже о том, как эту хуйню выполнять. Так, подожди, тянем рычаг 4-5, затем 3-4, подожди, 4-5, допустим, 4-5, потом 3-4, или 3-4. Так, а где у нас 3-4? 3-4. 3-4 с той стороны. Вот он. 3-4. Потом 2-3. Так, потом 2-3. 2-3. 2-3. Ага, 2-3. Потом 5-6. 4-5. Так, 5-6. Так, 5-6. Погнали в 5-6. Подожди, 5-6. Потом 4-5. 4-5. Опять снова 4-5. 4-5. Останется 3-4. Ну, наконец-то сохраниться можно, заебись. Так, и 3-4 последний, да? Так, и теперь можно пролезть между... 4-5-6. 4-5-6. 4-5-6. Так, отлично. То есть это и был выход, да? Ну да. А тему раскрутили, получается. Блять, опять лестница. Ого. Большая лестница, однако. Так, подожди-ка.
Ага. И лестница, ведущая вниз. Игра так долго отгрузила, что полный какой-то пиздец. Адский спуск. Хорошее название. Просто заебатое название, блядь, просто. Адский спуск. Так, получается, у нас сейчас будет скоро второй босс, да? Интересно. Опять Джош? Блядь, я даже не удивлен. До единственного тупика. А, ну понятно, тут даже нечего осматривать, блядь. Так, подожди-ка. Чего, блядь? Серьезно, единственный спуск? Интересно. Я смотрю, игра любит в некоторых моментах просто жестко подвиснуть, блядь. Ага. То есть получается... А, он там себя зашивает, по-моему, блядь. Этот еблан. Типа с ним останется поговорить, блядь. Ага, понятно. Точка невозврата, да? Так, подожди, после того, как... Прыжки влево-вправо. Ни хрена не понял, как его мочить. I want to ask you about Scarlet. What's happened to her? You mentioned her name. You're not as worthy as one hair on her head. Ну ладно. Scarlet's dog.
он, по-моему, в куклу. А, вот этот Скарлет. Ну да. А, капец, она жуткая тварь. Так, вот не помню. Как эту тварь мочить, блядь? Чего, блядь? А, подожди, там же, по-моему... А, вот. Чего? Так, теперь она ползучая стала, да? Куда она съебалась? Вопрос. Блядь. Съебись нахуй отсюда, ползунок. Ну. Да блядь. Валим. Блядь. Все, ты кикнулась, ёб твою мать. Заебись. Вот и ключ, блядь. Чё, жесткие флешбеки.
Да, не повезло нам, не повезло. Ой, как не повезло. Зато ключик нашли. Все, я понял, где это. Городская ратуша. Так. Хорошо. Валим тогда отсюда. Тут, по-моему, ну, естественно, тут не будет сохранения. Это 100%. Ой, ребятушки, как это все грустненько и печальненько, что не будет сохранения, блядь. Опять зона загрузки. Да. Ладно. В ратушу это имеется в виду сюда, что ли? А, опять враги, блядь. Кто там, блядь? Из врагов. И где? Вышел песик из тумана. Выбрал песик. Ничего. Ладно. Это завал, который мы убрали, да? А вот и сохранение, блядь. Сохранение это всегда хорошо. Так, адский спуск. Это хорошо. Так, это получается... Нифига себе. Тут, походу, жесткие будут головоломки. Да. Ладно, попробуем тогда что-нибудь активировать этим ключом. Так. Вот этот, походу, да, ключ? Такс. Вот получается подвальное помещение, да? Так, игра зависла, что ли? Игра подвисла, что ли, а ну-ка. Чё, блядь? Это что такое? Аптечка?
Ну да. Нифига себе подвальное помещение, блять. Чего, блять? Еще одна медсестра, что ли, блядь? Воу! Ага. Нифига себе прикол. Старая книга, блядь. Тут их вообще, этих книг много старых. Понятно. Так. Крест. Ну да, это ключ к той комнате. Комнате, по-моему, отца. Так. Это мы уже поняли. Так, а что получается, назад вернуться, что ли, нужно? Ничего не пойму. Так, подожди-ка. Ну, по-моему, да. По-моему, получается, да. Церемониальный ключ мы забираем и возвращаемся назад, правильно? Ага, через него мы... Чего используем кинжал на каменной плите, чтобы разблокировать проход в другую область? На какой каменной плите? Не понял. Подожди-ка. А какая каменная, блядь, плита? Подожди, это я понял. Вот оно чё. Я походу понял. Вот как это работает. Ебать тут тупики. Да, не факт, выберемся мы оттуда или нет. Интересно. Да, будет походу жесткий лабиринт.
какое-то новое оружие, да? Интересно. Фух. Ладно, я думаю, сейчас сохранимся на этом моменте. Давай смотрю, блуждать будем долго в этом моменте. Городская мэрия. Вот, я думаю, мы в принципе нормально так поиграли, потому что там будет вроде кладбище, а там тоже там вроде свои запары, куда что идти, по-моему, в районе кладбища. Вот, так что в принципе, думаю, приступим с этого момента в следующий раз. Вот, я думаю, мы прилично поиграли, как, чё, почему. А всем, в принципе, до новых встреч. Вот, с вами был Казуко Фэмили, ребятушки. Всем, наверное, до скорого. Увидимся уже в следующий раз. Вот. Спасибо за внимание, спасибо за просмотр. И всем, наверное, до новых встреч. Всего хорошего. Давайте, до скорого. Всем пока-пока.